вчера на металле какой-то хмырь ко мне придрался, сигаретку стрельнуть. Ну и что-то мурчал мне. Я ж давай подошел к нему, за жабры взял его, тыхало, бах. А он мне начинает мыть. Я ему потом жбал. Хер с ним. Короче, дальше. И опять начал мучать. Ну извини, я случайно, то все. Короче, достал он меня вчера. А ты как там? Да нормально, тоже вот недавно был случай. Получается, шел какой-то. Короче, иду, останавливает меня какая-то толпа. Начинает мне что-то предъявлять. Ну я ж не растерялся, я смутил. Слышь, он меня достал. Пошли разберемся. Ну пошли. Не свисти, денег не будет. Это тебе, это мне. Это тебе за подрыв, это мне за удар. Это тебе. Видишь, малый там, что-то мне не нравится. Слышь, мне тоже. Пошли. Пойдем разберемся. Давай. Слышь, малый, огонька не найдется. Я ж тебе говорил, что он мне сразу не понравился.